Всех приветствую на своем YouTube-канале. Намедни посмотрел статистику канала и увидел, что вам очень зашел ролик про перец калифорнийское чудо. В связи с этим решил записать обзор на этот сорт по итогам 2020 года. Всю основную информацию по данному сорту смотрите в обзоре 2019. Ссылка по традиции в конце ролика. А сейчас просто поделюсь наблюдениями за прошедший сезон. Перец сорта «Калифорнийское чудо» очень хорош по всем показателям, но у него очень большая зависимость от погодных условий. На рассаду посадили 25 марта. Рассада росла и развивалась очень хорошо. 10 июня перец был высажен в открытый грунт. 20 корней на 10-метровой грядке по схеме 50 на 50. Первая половина июня была очень жаркой, перец находился в шоковом состоянии и очень плохо приживался. Во второй половине июня и первой половине июля он оклемался и активно пошел в рост, отцвел и завязал плоды. Вторая половина июля ознаменовалась ливневыми дождями и холодными ночами, что опять сбило весь позитивный настрой. Хороший август и изумительная осень позволила собрать урожай в объеме одного 12-литрового ведра. По весу не измерял. В течение сезона произвел 3 подкормки зеленым удобрением в первой половине лета и пару подкормок азофоской во второй половине лета. Регулярно рыхлил, окучивал по мере роста и пропалывал. Я всем рекомендую к посадке сорт «Калифорнийское чудо». Хороший, вкусный, прекрасно подходит для заготовок, но он очень сильно зависит от погоды. И в случае сильного холода или сильной жары впадает в коматоз, из которого его ничем не вывести. Ссылка на обзор перца калифорнийского чуда в сезоне 2019 сейчас у вас на экране. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!